Меня зовут Алена Ковалева, я ведущая солистка Большого театра. Для меня «Лебединое озеро» — это балетная классика, которая никогда не уйдет и никогда не устареет. Это тема любви искренней, чистой, борющейся с предательством. Она всегда будет актуальна, она в какой-то степени. Каждый из нас может найти что-то важное, знакомое или просто понятное элементарно себе. Это балет, который продолжает расти, развиваться с артистом. Это долгий путь. По крайней мере, я в своем случае понимаю, что это ни в коем случае не оконченная работа, и я продолжаю расти с этим балетом, с этими персонажами, и мои от этой Адилии меняются вместе со мной. Образ белого лебедя, то, чем он настолько привлекает зрителей по всему миру, то, почему он стал так популярен, это в первую очередь то, что все мы, пожалуй, стремимся к искренним чувствам, а белый лебедь олицетворяет эту бескорыстную, искреннюю любовь, которую не смогла разрушить даже предательство. Она нашла в себе силы простить принца, бороться за любовь, хоть и умерев в итоге, но она была чиста до последнего, веря и сияя этой своей искренностью, чистотой своих настоящих чувств.